Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1. Урок 22. Этот номер знакомит нас со славянской алфавитной нумерацией. Она возникла в IX-X веках и встречалась до XVI века. Ее название – кириллица, происходит от имени славянского просветителя Кирилла-философа. В составе кириллицы 42 буквы, 17 из которых использовались для обозначения чисел. Над буквами-числами ставится особый знак. Вот такая волна. Это буквы-цифры с такой волной. Назван он титло. Цифры 1 и 10 обозначались буквами АС, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО, ЕСТЬ, ЗЕЛО, ЗЕМЛЯ, ИЖЕ, ФИТА. В таблице приведены славянские буквы и соответствующие им современные буквы русского алфавита. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.